пару слов о себе. Кто же я такая? Для тех, кто меня не знает. Смотрите, я профессиональный спикер. Я часто очень веду консультации, вебинары, презентации, рассказываю о проектах, в которых участвую. У нас, в принципе, с мужем такой тандем. Почему в нашу команду всегда быстро идут люди? По той простой причине, что у нас полностью разделение труда. Я, Марина Климко, отвечаю за мотивацию, за презентации, потому что бизнес-тренер, потому что профессиональный спикер, а мой муж Виталий Климко, потому что вы его можете увидеть сегодня в чате, он, возможно, будет отвечать на ваши вопросы, если они появятся. Он технический специалист, и он помогает как раз нашим партнерам быстро осваивать какие-то технические моменты. Я думаю, что вам теперь понятно. Немножечко познакомились и идем дальше. Я с вами делюсь экраном и начинаем. Что же такое проект I.O.? Друзья, I.O. – это самый простой и быстрый способ заработать кучу денег. Иначе говоря, для начала 1810 эфиров. Наверняка вы знаете на сегодня, какая это сумма в рублях, в долларах. Наверняка следите за курсом, знаете, что в последнее время курс растет, и это действительно всех нас радует. Это действительно здорово. Ну так как же можно на этом всем заработать? Я не буду вам долго рассказывать про теорию. Замечу, что вот эти слайды есть у вас в кабинете, в боте. Когда вы заходите в свой кабинет, обязательно его внимательно рассмотрите. В боте походите по ссылочкам, понажимайте, посмотрите, где что можно взять для своей работы. Именно там находятся эти слайды. Поэтому теорию вы прочитаете без меня, чтобы не затягивать время. Сразу перейдем, знаете, к глобальному. Итак, работа в проекте I.O. Знаете наверняка, как расшифровывается I.O. С итальянского расшифровывается как I.O. Я, а с английского I.O. расшифровывается как Independent Organization, независимая организация. Так вот, друзья, мы все с вами на правах этой организации децентрализованно обмениваемся эфирами. Здорово? Да, конечно, здорово. Независимая площадка, да, деньги у нас не лежат на сайте, деньги лежат в наших с вами кошельках, что вселяет в нас уверенность. И, соответственно, начинается все с очень достаточно такой демократичной суммы. 0,1 эфир. Как же все здесь происходит? Наверняка многие из вас знают, но тем не менее я немножечко вам расскажу. Приходите вы, черненький кружок, представьте, что это вы. Когда вы входите в эту систему, в iBot, вы получаете реферальную ссылку, вы сделали регистрацию, вы нажали кнопку «Быстрая оплата», вам выходит эфир-кошелек, который вы должны пополнить. Все начинается здесь с 0,1 эфира. Но так как это блокчейн, смарт-контракты, вам необходимо предусмотреть сумму за газ, которая у нас составит немножечко, но все-таки. И нужно пополнить свой кабинет. Мы рекомендуем нашим партнерам на 0,12 эфира, чтобы хватило денег на газ. И когда вы приходите в эту систему, система забирает ваши деньги и отдает тому человеку, под которого вы попали. Это не обязательно будет ваш пригласитель. Здесь идут мощные переливы. Знаете, когда мы с мужем зашли в эту систему, мы пригласили достаточно большое количество людей, и они рассыпались по структуре, как горох. Вниз, вниз, вниз. Классно повезло тем, кто пришел сразу? Безусловно, классно. Я рекомендую вам обязательно быстро вникнуть, быстро начать развиваться для того, чтобы также обеспечить свою структуру наполнения. Итак, деньги забираются у вас и отправляются тому, под кого вы попали. Все то же самое произойдет с теми людьми, кто попадет под вас. Что это могут быть за люди? Это могут быть ваши приглашенные, если под вами пока места не заняты. Это могут быть люди, попавшие к вам переливом. Это могут быть люди вашего спонсора, либо вышестоящих спонсоров. Таким образом, появляются под вами два партнера. И эти два партнера 0,1 эфир перечисляют непосредственно вам. Таким образом, закрывается первый уровень. Вы представляете, первый партнер переводит вам 0,1 эфир, на вашем кошельке появляются эти 0,1 эфира, и вы можете запросто эти деньги вывести. Второй партнер появляется под вами и опять же переводит конкретно вам. И опять эти деньги вы можете вывести. Сколько всего денег вы получаете на первом уровне? Ну, тут нетрудно посчитать, вы получаете 0,2 эфира.
без проблем выводите эти деньги. Но вы за этими деньгами пришли в проект. Я нисколько не сомневаюсь, что вы пришли сюда за большей суммой. Соответственно, вы обязательно приобретете второй уровень. Есть у нас кнопка автоматического повышения уровней. Вы можете в ручном режиме нажать кнопку «Повысить уровень». Что произойдет в этом случае? За второй уровень система забирает ваши деньги и отдает на голову выше. Обратите внимание. Отдает на голову выше. Точно так же те партнеры, которые появляются во второй линии у вас, когда захотят приобрести свой второй уровень, система заберет деньги с их кошельков и отправит через голову конкретно вам. Здорово? Да, конечно, здорово. Сколько партнеров стоит в четвертой линии? Ну, как в первом классе, да, к вам обращаюсь. Конечно же, тут видно. Нетрудно посчитать. Всего 4 человека. Так вот, друзья, вы уже получаете 0,6 эфира. Что мы с вами видим? Мы с вами вернули свой номинал раз, мы с вами заплатили за второй уровень 2 и уже остались так в хорошем плюсе. И опять же, это не те деньги, за которыми мы сюда пришли. Впереди у нас светит третий уровень. Мы с вами обязательно его купим. Знаете, наверное, только человек, который не может видеть, скажем так, правильный, недальновидный, заберет деньги и будет выглядывать из-за угла. А тот человек, который умеет считать деньги, а тот человек, который пришел сюда за серьезными деньгами, потому что здесь действительно реально серьезные преимущества, и мы об этом с вами будем говорить, он действительно купит следующий уровень. Все очень просто, друзья. Деньги в этом случае забираются у вас и отдаются партнеру, который стоит на две головы выше у вас. То есть раз, два, три. Третьему партнеру от вас по вышине. Точно так же произойдет с теми партнерами, которые находятся у вас в третьем уровне. Там же у вас будет 8 человек. Представьте, 8 человек будут покупать третий уровень, и деньги за свой третий уровень будут забираться из их кабинетов и отправляться на ваш эфир-кошелек. Обращаю ваше внимание, не в проект, а непосредственно ваш кошелек. Здорово? Конечно, здорово. И что мы с вами видим в этом случае? Третий уровень у нас с вами стоит 0,35 эфира. Получаем мы с вами 2,8 эфира. Помните, что мы уже в хорошем плюсе. Мы с вами идем к серьезной сумме. И вот нам светит четвертый уровень. Так, друзья, не знаю, как вот эту штуку убрать. Вот так, наверное. И, соответственно, четвертый уровень – это деньги еще большие. Смотрите, четвертый уровень стоит 2 эфира. И 2 эфира забираются с нашего кошелька и уходят на 3 головы к четвертой. Что в этом случае происходит? Мы с вами будем, знаете, как говорится, держи карманы шире, да, считать деньги. 32 эфира. Отдаем 2, получаем 32. Круто? Да, конечно, круто. Кто же нам с вами перечислит эти деньги? По 2 эфира. Наш четвертый уровень. А там 16 человек. Здорово, конечно, здорово. И здесь можно было бы поставить точку и сказать все. Если вы позаботитесь о развитии своей структуры, знаете, немножко нужно поднапрячься. Давайте честно, давайте прямым текстом. Немножко нужно поднапрячься, когда речь идет о хороших деньгах, да, вот вы работаете на работе. Давайте некие аналогии проводить. Вы работаете на работе и хотите зарабатывать больше. Что делаете? Идете к начальнику и говорите, я хочу зарабатывать больше, для этого я готов делать больше, да, выполнять какую-то работу. Что вы делаете? Вы там внеурочно сидите на работе, задерживаетесь на работе. Да много чего делаете. Из кожи вон лезете, чтобы себя представить в лучшем цвете. Для того, чтобы на вас обратили внимание и, соответственно, повысили вам зарплату. Здесь что вам нужно? Просто-напросто рассказать своему окружению о классной возможности, безрисковой возможности, смарт-контракт. Представляете, как здорово? Деньги лежат у нас с вами на кошельках. Ну, классно, классно. Риски какие? Да нет здесь рисков. 1500, которые вам, я в рублях сейчас говорю, которые вам практически быстро вернутся, все зависит от в какую структуру вы попадете. Если вы попадете в активную структуру, я вас поздравляю, деньги вам придут настолько быстро, что вы не успеете оглянуться. У меня достаточно большое количество людей в структуре получили деньги, проплатили уровень 1, 2, и знаете, и они просто
ахнуть не успели, как это сделали. Они просто практически не поняли, как они это сделали, но они это сделали. Соответственно, они включаются в работу, начинают двигаться, развиваться. И это очень радует. Поэтому здесь можно было бы поставить точку, но не стоит это делать. Ваша задача активно позаботиться о том, чтобы вот эта модель, классическая модель, выглядела именно таким образом. Безусловно, в структуре будут лентяи, безусловно, будут пассивщики. И мы тоже будем об этом говорить, и я расскажу вам о серьезных фишках, серьезных преимуществах, которые вас немножко подстегнут и порадуют. Ну так вот, давайте пока теорию. Итак, 4 уровня. Выстроилась структура. Дальше будет 5 уровень. И при том с 5 еще и по 8. И деньги будут тут завязаны намного больше. Но процедура перевода абсолютно такая же. Чтобы повысить уровень, повторится все заново. Покупая 5 уровень, вы будете переводить деньги тому человеку, который стоит над вами. Соответственно, следующий уровень выше на голову, затем на 2, затем на 3. Ну, вот таким вот образом происходит. Здесь на слайде вы можете увидеть те суммы, которые вам светят. Круто? Конечно же. Итого на 8 уровне в чистом виде вы заработаете 1810 эфиров. А сейчас, внимание на экран, моя любимая таблица. Смотрите, немножко вот так вот ее сделаю. Смотрите, что у нас получается. Начиная свое движение с 0,1 эфира, мы с вами идем к получению серьезной суммы. 1810 эфиров. Ну, знаете, звучит как песня. Даже при курсе в $200 эта сумма составляет свыше 23 миллионов рублей. Быстренько себе представили, что сможете купить на эти деньги. Вот просто быстренько представили. Понимаете, жизненные цели, они не сводятся к тому, чтобы деньги заработать. Мы с вами должны ставить жизненные цели, их достигать. Деньги – это средство достижения наших целей. Соответственно, кто-то хочет купить дом, кто-то хочет купить новую машину, кто-то хочет съездить куда-то отдохнуть, кто-то хочет, например, одарить подарками все свое окружение, весь город, например, подарить по конфетке. Ради Бога, ваши цели – это ваши цели, но деньги являются средством достижения таких целей. И если вы сейчас мне скажете, я не верю, да я никогда в жизни не заработаю 23 миллиона, первое, что я вам скажу, уберите частицу «не». Во-первых. Во-вторых, не ставьте себе такие барьеры. Стремитесь заработать хорошие деньги. Когда вы заработаете первые хорошие деньги, для каждого они свои, вы скажете, вау, я все-таки это сделал. А когда-то я не верю, что я мог заработать такие-то деньги. Не буду называть суммы. Каждая сумма, ваш барьер вы ставите себе сами. Я показываю вам сейчас слайды с теорией. Практика, она немножечко иная, она еще вкуснее. Давайте с вами перейдем к практике. Я здесь показываю вам одну из структур, в частности, структуру моего мужа. Я хочу заметить, что мы не делали здесь несколько аккаунтов, мы сделали единый аккаунт, семейный аккаунт, да, для того, чтобы не рассредотачивать возможности, чтобы всех брать по реферальной ссылке, чтобы они расставляли структуру. Мы видим всего лишь 8 уровней. У нас уже открывается дальше глубина, и если вот эти партнеры бы нам показали свои скрины, мы с вами бы увидели их 8 уровней. Представляете, в глобальном масштабе какая уже структурища. Нас уже далеко за 500 человек. Да это же шикарно. Смотрим дальше. Смотрите. Наверняка невооруженным глазом вы видите, несмотря на то, что немножко не поместилось на слайд, что структура заполняется неравномерно. Но это, понимаете, это факт. Мы с вами говорили про план, про теорию, а сейчас мы говорим про жизнь. Жизни так бывает. Кто-то более активный, кто-то менее активный. Вся прелесть заключается в том, что более активные всегда имеют возможность перешагнуть, внимание, тут куча восклицательных знаков, менее активных. Каким образом? Все очень просто. Если партнеры, которые находятся вот здесь, в более высоких уровнях от этих людей, которые там, где-то в глубине, потому что здесь же их очень много. Если вот эти партнеры своевременно не будут прокупать свои уровни, они их просто что сделают? Пропустят. Соответственно, система при повышении уровня нижестоящих партнеров будет выискивать, кому же отдать деньги. Она не отдаст деньги тем,
у кого не будет выполнено соответствующее требование. Что значит соответствующее требование? Вернемся к слайдам. Давайте пройдем, ну, предположим, ну, давайте третий уровень возьмем. Что нужно для покупки третьего уровня? Необходимая сумма, безусловно. И соответствующее количество человек на третьем уровне. И если у тех людей, которые у нас находятся где-нибудь вот здесь, не будет выполнено это условие, соответственно, нижестоящие партнеры, от которых могли бы прилететь деньги этим людям, просто вот смело сделают шаг вперед, перешагнут этих людей, и кому отдадут деньги? Тем, у кого есть соответствующие уровни. Я думаю, что здесь нужно, что называется, бурными аплодисментами встретить эту информацию. Действительно здорово, потому что никто из нас с вами не хочет кормить халявщиков. Безусловно, помогать, безусловно, на первых порах поддерживать. Вот у меня получилось так, я разослала информацию, ко мне пришли люди разные. Пришли активные, от них пошли серьезные структуры в глубину. Пришли пассивщики, ну, скажем так, их условные пассивщики, потому что те люди, которые, например, не начали развиваться в первые часы или в первые дни, их сложно назвать пассивщиками. Каждому человеку нужно время для усвоения информации, для изучения, для принятия каких-то решений, для работы с какими-то людьми конкретно. Мы все разные, темперамент разный, поэтому каждый включается в работу по-своему. И так получается, что те люди, которые пришли раньше, они запускаются, скажем так. У кого-то пробуксовки, кто-то запустился, кто-то еще в процессе. Долго здесь думать нельзя, потому что структура наполняется, бежит вперед, соответственно, постоянно в команду приходят новые и новые партнеры. Если взять нашу структуру, наша структура многонациональная, интернациональная, партнеры есть, знаете, со всего земного шара. Очень много с России, с Украины, с Казахстана. И огромное за это им спасибо. У нас есть Индия, у нас есть Италия, у нас есть Испания, у нас есть Франция, у нас есть Бельгия, у нас есть Швеция. Представляете, какая география? Друзья, у нас есть Беларусь, у нас Молдова есть, у нас огромное количество стран. Представляете? И я желаю каждому из вас, знаете чего? Работать с глубиной. Работать не с 8 уровнями, а глубже. Мой муж, так как он технический специалист, и к нему обращаются люди уже из глубины. Это где-то уровень 12, 13, может быть, даже 15. Он помогает. Конечно, людей становится больше, и не каждому можно выделить время тогда, когда ему хочется. Соответственно, там уже расписывается график, кому когда помочь, по важности, какие вопросы. Но с удовольствием работает с глубиной по той простой причине, что вся эта глубина – это наша структура, которая потянется к нам посредством именно шажков по уровням. Каждому из вас рекомендую заглядывать в свою структуру. Где можете увидеть свою структуру? Опять же, в боте. Нажимаете информацию по структуре, у вас открывается расписанная информация по уровням, а ниже, опять же, есть слово «структура» на таком зеленовато-сером фоне. Вы нажимаете, и у вас откроется вот такой же порядок расстановки. Здесь вы можете увидеть логины Телеграма. Всегда можете связаться с тем человеком, который стоит под вами. И не обязательно это будут ваши люди, не обязательно это будут ваши личники. Вы всегда можете наладить с ними связь. Возможно, к вам человек попал переливом. Возможно, это как птенец, который еще не до конца оперился, да? И, соответственно, нужно помочь ему вылететь из гнезда, помочь, спросить, слушай, ты вот попал ко мне, давай вместе работать, давай, какие у тебя планы, как собираешься развиваться, чтобы вы понимали, каким образом вы будете помогать этим людям. И если человек говорит, тю, да мне это ничего не надо, я не буду здесь развиваться, во-первых, этот человек не изучил проект до конца, его возможности. Но понимаете, ну, невежество, прийти в проект, получить людей на халяву, например, да, или же вот встать, занять чье-то место и просто сказать, да ну, я тут что-то не буду развиваться, я вообще ничего не понимаю, да я уйду. Да ты вообще зачем здесь нужен? Старайтесь все-таки приглашать людей, понимающих. У нас сообщество, где мы помогаем друг другу. Вот если внимательно посмотреть, это, знаете, как нейронные связи, веточками, ниточками, мы связаны с друг другом. И вот от нас ниточка вот так вот
Витиевато уходит в самую глубину. И если даже основная масса перестанет работать, где-то там в глубине родится лидер, у которого откроется серьезный потенциал, и у него образуется огромная структура. И все эти люди оп-оп-оп подтянутся выше. И это будет очень даже здорово, потому что вот эти люди, какие здесь будут неактивны, они себя лишают серьезного дохода. Смотрите, какие у нас преимущества. Я так плавно вас подталкиваю к тем самым преимуществам. Во-первых, у нас с вами очень быстро растет структура. И если у кого-то это не произошло, вы мне сейчас можете возразить и сказать, ну ты, Марина, говоришь, там быстро растет структура, а я тут вот 100 лет стою, а ко мне никто не пришел. Друзья, а мы что, собираемся закрываться? Проект стартанул позавчера. Это, знаете, это еще тот маленький зеленый росточек, который только-только пробил землю. Да, на предстарте мы выстроили структуры, мы опробовали движение средств кабинета в кабинет, то есть между кошельками, да, мы все это проверили, посмотрели, заработали первые деньги, повысили свои уровни. Но, тем не менее, проект только-только стартанул. Это во-первых. Во-вторых, друзья, проект пришел всерьез и надолго. Это смарт-контракт. Ваши деньги всегда на вашем кошельке. На вашем кошельке. Рисков ноль. Получается, что с первого человека, который попадает под вас, вы себе получаете возврат вложенных средств. Здорово. Слушайте, друзья, да вообще здорово. Сумма входа минимальная. С вас никто не просит $100. С вас никто не просит $1000, $10000. Вы зашли всего лишь на 0.1 эфир. Друзья, о чем мы с вами говорим? Долгосрочный бизнес на смарт-контракте с таким мизерным кодом, плюс с такими мощными переливами. И если вам перелив не пришел, это не значит, что он не придет завтра, послезавтра или через неделю. Но здесь существует следующий момент. Смотрите, когда мы заходили на предстарте, у нас не было вот такого такой раскрытой схемы, такой структуры не было. Мы не видели уровни, какие кто купил, мы не видели, как что там выстраивается, где там в глубине, как это все дело идет. Мы просто раздавали свою реферальную ссылку, и наши партнеры рассыпались по структуре. На сегодняшний день мы можем отследить, безусловно, каждого. И, конечно, сейчас мы можем точечно помогать конкретно партнеру. Если, например, мы видим, что партнер развивается, если он настроен положительно, что он хочет зарабатывать здесь деньги, мы можем под него, по его конкретной ссылке, поставить человека. Безусловно, если мы будем продолжать по своей реферальной ссылке, они будут идти переливом под каждого, и это правильно. Когда вы начинаете, всегда так и делайте, чтобы у вас структура заполнялась равномерно. Но когда у вас уже прослеживается далекая глубина, вы всегда можете уже проанализировать свою структуру по вот этому самому дереву и, соответственно, уже подумать, куда конкретно сможете отдать нового партнера. Не нужно под одного человека сразу ставить двоих. Не нужно кормить, что называется, плодить халяву. Поставьте по одному человеку, пусть по второму поставит он. Если он не хочет развиваться, сделайте цепочку. Один под следующего еще. И пускай там уже растет структура. Пусть тому человеку, который не хочет развиваться, будет, скажем так, не совсем приятно, когда его будут перешагивать. Но я еще раз говорю, никто здесь не намерен кормить тупо халяву. Простите вот за такое грубое сравнение, но вы понимаете все прекрасно, что когда человек активный, рабочий, старается работать на команду, всегда хочется, чтобы его труд был оценен. Ну что ж, мы только-только начинаем. У всех у нас еще небольшие уровни, еще только-только начинают расти структуры. У кого-то есть в кошельках деньги, но они еще уровни не прокупили. Очень классная возможность, нажав кошелек, посмотреть движение средств по этому кошельку. Представляете, какая шикарная возможность? Преимущество. Например, вы хотите проанализировать свою структуру. Вы заходите в любой кошелек и на Этерскане видите движение средств по этому кошельку. Вы понимаете, что, например, человеку пришли деньги, он по каким-то причинам забыл поставить автоматическое повышение уровня, кнопку нажать, либо же по каким-то причинам не заходит в свой бот, не нажимает в ручном режиме повысить уровень. Вы всегда можете с ним связаться сами, либо подсказать лидерам, которые пригласили этого человека, сделать это, то есть связаться с ним и порекомендовать человеку уровень повысить, чтобы он не пропустил деньги, которые могут пролететь мимо него. Я думаю, что вы здесь это понимаете. Ну что ж, мы с вами вернемся к слайдам и давайте немножечко поговорим про цель.
Цель этого проекта, друзья, дать возможность людям зарабатывать деньги при минимальных затратах и не пудрить мозги различными продуктами и услугами. Действительно, это здорово. Прежде всего, нам нужны с вами деньги на реализацию наших целей. Неспроста я сегодня вам говорила, деньги – это средство. Важно, что вы хотите приобрести за эти деньги. Конечно же, здесь все очень просто. Все максимально просто и доступно. Работа идет через Telegram-бот. Telegram можно установить как на гаджеты, в частности, планшет, смартфон, либо же на компьютер. Все очень просто и удобно. Деньги перемещаются с кошелька на кошелек. Они всегда под вашей защитой, под вашим наблюдением. Это ваши деньги. Вы можете получить ключи от своего кошелька и будете, естественно, управлять только вы своим кошельком. В этом вся надежность. Друзья, за вами решение. И, конечно же, это один единственный шаг. Принять решение правильно и обратиться к человеку, кто показал вам слайды, например, своему пригласителю. Если вас кто-то пригласил на эту презентацию, обязательно обратитесь к этому человеку, попросите его реферальную ссылку и включайтесь в работу. Такие презентации мы будем с вами проводить часто. Я каждый день, несколько раз в день провожу консультации. Не только на тему продвижения проекта I.O. Я рассказываю о том, как привлекать холодные контакты. Мой муж Виталий Климко – классный технический специалист, который помогает именно разобраться в технических вопросах. И вся наша команда это оценила, и это действительно здорово. Так вот, друзья, за вами решение – зайти в команду и начать работать, начать развиваться. Что ж, на сегодняшний момент мы с вами посмотрели всю информацию. Желаю каждому из вас быстро двигаться по уровням, заработать свои деньги, 1810 эфиров и никак не меньше. И пускай это будет отправной точкой для вашего развития в интернете. С вами была Марина Климко. Всего доброго, друзья, и до новых встреч. Пока-пока.